Детская площадка – место, где мальчишки и девчонки проводят время дни напролет. Она должна отвечать нормам безопасности, которая, как известно, превыше всего. Мониторинг детских игровых площадок проводится регулярно сотрудниками администрации округа и Госэкотехнадзора. Так, в микрорайоне Жигалово прошел рейд, где комиссия проверила состояние игровых элементов возле домов номер 17, 19, 21 и 25 по улице 8 марта. Выявили нарушения на всех детских игровых площадках. Присутствует замусоренность территории, образованная вследствие непроведения уборки несвоевременной очистки урн от мусора. Выявлено нарушение состояния игрового оборудования. На улице 8 марта, дом 25, есть аварийные элементы, которые подлежат срочному обслуживанию либо демонтажу. С представителем Госэкотехнадзора мы также ведем работу, выходим на осмотры, контролируем, осматриваем территории и стараемся устранить самые незамедлительные сроки, которые были выявлены замечания. Обслуживанием игровых площадок в городском округе занимается компания «КТ Город». По словам представителей Госэкотехнадзора, те нарушения, которые были выявлены в ходе рейда, подрядчик должен устранить в кратчайшие сроки после вручения постановления. Потому что безопасность детской игровой структуры – это основное мероприятие, которому Госэкотехнадзор Московской области уделяет особое внимание. Все указанные нарушения, которые были выявлены сегодня в ходе осмотра детских игровых площадок, на устранение указанных нарушений будет с момента выдачи предписания будет дано сутки. Всего в городском округе 545 игровых площадок. В планах на 2021 год установка 23 из которых по программе губернатора региона. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.